Паша, здесь играет Аланья, соответственно, Паланский Барс всегда будет своей командой, где бы не играл. Ну, баннер у нас как бы это какой-то минимальный выездной набор, который бывает везде в России. Весело, не знаю, килограмм 15, наверное. Но это стандартный набор, который всегда берется на все выезды. Это что-то массовое, берется больше баннеров, делают какие-то специальные массовые. Команда должна помогать тем, что она должна выигрывать. Это единственная помощь, которая нужна от нашей команды, тем более от наших там, молодых ребят, которые приехали именно сюда. А так, конечно, руководство клуба, оно всячески поддерживает фан-движение. В любых вопросах идет навстречу, да, никаких. В нашем клубе у нас отличный диалог со всеми руководителями, начиная от Валерия Георгиевича Газаева, заканчивая там, тренерами и, собственно, футболистами. Мы имеем абсолютно рабочий диалог, во всем команда нас поддерживает, и все наши инициативы поощряются. Это точно не самый экстремальный выезд, а это выезд на Кипр на какой-то межсезонный турнир. Выездов у меня где-то там 130. Точно не самый экстремальный, ничего экстремального нету, нет даже противоположных болельщиков. Люди, которые были там в Стамбуле, люди, которые были в Каспийске во второй лиге, не знаю, в Владивостоке, в Калининграде, их явно не удивишь Кипр. Команда, несмотря на счет 0-2, поскольку у нас довольно молодая команда, мне очень нравится желание, которое они проявляют. Я думаю, при таком желании результат обязательно придет. Даже если он не придет в этой игре, он придет к ним на следующий сезон или в этот сезон. И эти ребята, они составят основу Алании через несколько лет.